Длинноствольное оружие, многозарядная винтовка, блокировка. Добро пожаловать в центр техподдержки «Арматикс». Спасибо, что вы сделали выбор в пользу продукции фирмы «Арматикс». В данном видеоруководстве мы вам объясним, как предохранить длинноствольное оружие, в данном случае многозарядную винтовку, при помощи блокиратора Quick Lock. До ввода блокиратора Quick Lock нужно проверить, чтобы в патроннике и/или в магазине не было патронов. Для облегчения процесса нужно почистить оружие и слегка смазать его, особенно патронник. Для запирания, в данном случае многозарядной винтовки блокиратором, откройте затвор и зафиксируйте его в открытом положении. Введите блокиратор в патронник рукой. Сторона блокиратора со штыковым контактом смотрит на ложе винтовки. Зафиксируйте блокиратор легким нажатием руки. Оружие заблокировано. Удалите фиксатор от затвора. Большое спасибо за посещение центра техподдержки «Арматикс». Надеемся, что данное видеоруководство помогло вам.